Всем привет! Сегодня мы приготовили очень вкусный печеночный торт и, конечно же, делимся рецептом с вами. Измельчаем 1 кг куриной печени, вместе с печенью измельчаем 1 большую луковицу. Добавляем 4-5 штук яиц, 1 щепотку соды, соль, перец, 5-6 ложек муки. Все хорошо перемешиваем и будем жарить на растительном масле с обеих сторон. Мы жарили на сковородке для блинов. Из этого количества продуктов у нас получилось 8 заготовок. Теперь приготовим фарш. Обжариваем 2 луковицы и 2 натертые морковки до золотистого цвета. Все это охлаждаем, добавляем майонез. Добавляем столько, чтобы смесь легко распределялась по заготовке. И собираем торт. Верхний слой смазываем майонезом и украшаем натертым яйцом. Оставляем на пару часов пропитаться и подаем к столу. Советуем вам приготовить по нашему рецепту это нереально вкусное блюдо. Приятного аппетита!